Еще поднимаемся по лестнице, да? Боже мой, лучше бы я вообще не читала комменты. Теперь меня еще обвинили в том, что я вообще всю жизнь землянки жила. Это вообще. Вот смотрите, там пупка торчит. Да, которую зачем нужно было так прикреплять, да? Ну, я буду делать вид, что ничего не произошло. То есть я этих людей блокирую. Дерево, да? Дерево, смотрите, как сделано. Тоже как лентами убил, смотрите, видите? Абсолютно неудобная лестница, абсолютно, видите, как сделано дерево, да? Ну, смотрите, да. Это такая... Это еще и вибрация, да, видите? Заметили, что здесь свет хороший? Видите, какие вибрационные... Так, приходится с ним стоять, что ну, там чугунный этот щит чугунный, видите? Сейчас я его поближе сниму. Мне нравится, приезжайте к нам в Одессу. Да зачем мне к вам в Одессу ехать? Возьмите, снимайте в Одессе. Там полно этого. Но вам это не интересно, а нам это интересно. То есть полно везде. Я не отрицаю, чтобы вот именно в Италии это, да, как бы. Я же там, если бы я ходила и говорила, вот только в Италии такое, да. Как бы. Это вообще просто. Ладно, я уже 6 классов закончила. Так я еще и в землянке жила. Только я не понимаю, чем плохо жить в землянке. Почему вы считаете, что в землянке, если человек живет в землянке, значит он... какой-то какая-то обезьяна, по-вашему. То есть такой расизм, извините меня, ой-ой-ой. Вот. Посмотрите, что здесь торчит. Посмотрите. Посмотрите. Какая фигня особенная, да? Обалдеть, да? 16. Она сказала, после 16 века ничего, здесь, в общем-то, все аутентику, да, вот-вот. Аутентику, это значит все, что было уже. Все, что было, уже как бы уже не менялось. Знаете? Тут написано что-то, как обычно, у нас по-латинскому, да? Что-то интересно. Почему всегда везде латинские как бы буквы, да? Ну, так вам не видно, конечно, но это видно. Приезжайте к нам в Одессу, да? Я не понимаю. Люди, на самом деле, такие тупые сами, просто. Вот прежде чем обвинять человека в тупости, вы прочитайте, что вы пишете. Какую тупость вы пишете просто. Видите, такая же сервистая система, как и у чугуна. Поэтому я и говорю, что чугун может образовываться и из гранита. Не только из кирпича. У нас потолки пошли вибрационные. Вот эти не хочет фокусироваться. Не хочет.
здесь вообще ни одной мебели еще не было, ни одной. Так, я сейчас пока буду снимать с другого телефона. Так, я пока покажу вам. Посмотрите, что дверь деревянная с этими с рисунком, робниками, да, что там? Пока все, смотрите, покажу вам. Покажу вам эту рисунку, кстати. Труборосты вообще классно. Смотрите, как тоже выходит из дома, да? Границ, видите, у меня нету границ. Расплывается в границах, видите? А потом выходит трубой. Вот, еще хочу показать вам рисунок. Не показывать, блин. Ну, там рисунок ромбиками идет. Так же, как и на двери. Ой, не жалко, как будто это не показывает. Вот это вот рисунок, какому веку она бы отнесла, блин. Тут вообще непонятно, что за арка, за цветок, да? Можно посидеть, видите, и смотреть на террасу, да. О, пошли чугунные изделия, ребятушки. Ну, конечно, здесь же около камина, надо было повесить что-нибудь. Он сейчас рассказывает сказки про холодные зимы. Ага, закрыли, ребятушки, закрыли. И тут вот почему-то торчит бревно, да? В камине. Чего нет, вообще пустой, абсолютно костелушка, да, пустой. У нас коммуникация, естественно, чтобы сбегать. Они объясняют, что это сбегать между этажами. Только там лестницы нет, понимаете? А масло, чтобы поливать горячее. А, еще чтобы еду, вот эти, которые здесь сидят, еду сюда доставляют. Это уже вот такой, как металл, петушки. Это дорога это туда вверх далеко. Коммуникация опять. Очень плохо здесь тоже фокусируется. Вот тут тоже вот дырка вообще. Причем опять в нашем стиле такая, видите, по диагонали. Прямо над самым этим. Зачем, да? Бы. Зачем бы? Я-то знаю зачем. Не зачем. Тут вообще что, да? А что это? Подземный вход, да? Вообще. Просто. Она, наверное, что-то рассказывала тут. Подземный вход. Опять коммуникация торчит, видите? А там камин, главное, и дырка такая, да, чтобы всем было тепло. Причем, посмотрите, какой он узкий, да, для камина тут вообще. То есть тут какой огонь должен был быть вообще. Ничего не черное, да?
такой рисунок, да? Слушай, таким монотонным голосом рассказывает. Опять лыжи наши. Вот пристает ко мне лыжа, это треугольник, вот этот вот, пространственная геометрия. Но вы же идиоты, что могу сказать? Спорить с идиотами бесполезно. Если вы не видите этого, для вас нормально вот эта лыжа, но для меня нет. И для многих тоже ненормально. Потому что какой смысл строить вот так вот этой лыжи? Зачем? Обалдеть. Да-да-да. Огромнейший зал пустой, пустой, ничего. Ничего, ничего. Здесь ванна какая-то, да? Опять, видите, коммуникация у нас. Тут уже жарко, кстати, вот здесь вот в этой зале. Смотрите, коммуникация опять, да, везде коммуникация. Везде коммуникация, смотрите, с этим здесь коммуникация, вот тут коммуникация. В общем, коммуникация везде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать коммуникаций. Пятнадцать. Прикиньте. Пятнадцать вот этих вот квадратиков. И тут ванны с двух сторон, да? Так, я сейчас другой телефон возьму. Смотрите, какие арки. Идут не прямоугольно, а 10 каминов посади, да?
И опять же наша чугунная, значит, видите, скоба такая, типа соединяет трещину. Да. Смотрите, какие арки, да? А, типа, она говорит, тут стемма такая, но... Вообще, вообще просто невероятно. Смотрите, два камина, друг напротив, три камина, короче, и коммуникация, ребята. Три камина, нормально, да, как бы, вот она считает, что это камины, а это огромный камин. Ой, это вообще просто... Тут целый можно было город прокормить. И посмотрите, сколько коммуникаций. А? Посмотрите. А? Посмотрите. Невероятно. Просто. Так, все, все. Включаю другой телефон, ребятушки. Невероятно все, невероятно, но... Вот опять лыжка наша. О, что ли лыжка, да, да. Вот я в землянке жила, я так говорю, что ли, что ли. Что ли, я говорю, потому что я в Италии живу 23 года, уже тут, извините меня. Скула, что ли? А нет, нет. Так, куда она пошла? Ребятушки, беру другой телефон, включаю другое видео. Дождь кончается. Пока-пока.